контент пошел. Кошмар. Глянь, я прям в них свечу, а им... они даже не морщатся. Воу, 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 кто балуется? Ой, здравствуйте. Кресты не перевернуты, значит, мы в безопасности. Все, крест упал. Это конец. Что это, блядь, такое? Стреляют, блядь, садись. Что, свечи затушить надо? Нихуя себе. Блядь, ну извините. Так дом спалить можно. Вечерочек, ты на канале Gantech Games, где мы с тобой играем в разные игры, продолжаем играть в Lock It Up и выгонять из дома соседей. Так, ну чё, жмём туда, получается? Ну, естественно. Конечно, она будет закрыта. Не работает, написано мне. Ну, спасибо. Мне кажется, или эта дверь была как-то покраснее. А ботинки не собрали. О! А, я думал, это можно взять. Что это такое вообще? Ой, это кошелек, кошелек. Там должны быть деньги, деньги. Мы тут за деньгами пришли или что? Или что? Что-то я не понимаю. Опа. Не понимаю. Пойдем. Вот сюда. Тут я не пойму. У меня фонарик-то нет? А где фонарик? Подожди. На какую кнопочку фонарик вызывать? Знаешь, что я тебе расскажу? У меня вот тут был переезд. О, батареечка. И куда мне ее? И вот если ты хочешь испытать настоящее ПТ в жизни, просто покатайся на поездах. Особенно купешных. Потому что купешные поезда — это, конечно, жесть. Идешь и чуть с ума там не сходишь. Они еще меняют... А я не знаю, куда. Они еще меняют свое местоположение. То у тебя слева эти... Как их? А, вот, у меня батарейка села. О, взять. Ой-ой-ой. Вы чё? Это что такое? А, бельишко. А чё мы не постирали? Так, мы вернулись в прошлое. Резко, резко вернулись в прошлое. И у тебя купе то слева, то справа. И ты идешь и такой, блядь, мы тут уже вроде бы были. Идешь, идешь, и так, короче, все вагоны пройдешь. И не заметишь, что даже свой прошел. Такое тоже бывает. Поэтому ПТ в реальной жизни — это поезда РЖД. Нате. Кто-то заколотил тут все. Но мне все равно, и мне не страшно. Я ничего не боюсь. А какой у нас большой дом, оказывается. И не выключается ничего. И тут ничего не лежит. Я надеюсь, что звук микрофона, кстати, будет хороший. Я тут его пытался перенастроить, чтобы он был более-менее адекват... Все перевернуто. Главное, что не кресты. Если перевернуты кресты, то это, конечно, беда. Я слышал, что кто-то качается. Вот эта штука страшная. Подожди, ну тут мы... Вот, все нормально. Сидит такой мужик, играет на контрабасе. Такой, это что такое? Почему тут полуголые мужики, я не пойму. О! А, нет, я думал, это какая-то другая картина. Лянь, ребенок сиську собачью сосет. Вот это времена были, понимаешь? Вот это времена. Корова что-то делает с овечками. И баба такая, иди, иди нахер оттуда, видишь, тут у нас... Твоя атмосфера, мужик, уйди. О, весы. Чемодан. Прочитать ничего нельзя. А, вот он, чемодан. Чемодан. О, ключец. Ключ от ящика, от какого-то. Тут же их так мало, этих ящиков. И часы не наж... Так, кто-то бегает.
Это ты, соседка, иди оттуда к херам собачьим. Я тебе сколько раз буду повторять. А. Ага, открылось. Хорошо, что далеко ходить не надо. Это что такое? О, фотоаппарат. Лянь, я хотел, чтобы мне такой подарили в детстве. А у меня был такой в детстве, но в нем не было ничего. Поэтому я ходил просто с ним как с игрушкой. А так обидно было, так хотел. Так, на часы надо смотреть. А так хотелось мне пофотографировать на полароид. Потрясти его, знаешь, вот это вот все интересненько делать. Но я подошел к часам. И что? Тут ничего нет. Так вот, надеюсь, что микрофон нормально настроен, меня хорошо слышно. Обратно. Пылюка. Может мне еще раз посмотреть? Все, я понял. Смотри. Нет. Я же сосредоточился. Мне прям этот ракурс надо выбрать. Я не понимаю. Это может быть какой-то обман? Мне так делать не надо. Это просто зачем-то. Ну как-то так, слушай. Я не знаю. Пойдем, наверное, тогда назад. И прошу прощения, если мое горлышко немножко дает о себе знать, что я тут чуть-чуть приболел. Но я не мог оставить тебя без видео в эту среду. Поэтому, если ты смотришь до этого момента, то поставь хотя бы лайк, чтоб я побыстрее поправлялся. Я буду тебе очень-очень признателен. О, нате, закрыли, спасибо. Ничего не открывается. А, вот еще одна фотография. И что это за фотография? Это какая-то дверь. Это вот эта дверь. Ну, я говорю, вот эта дверь. Меня сейчас как напугают, как заорет тут все. Ну, я понял суть. Короче, вряд ли тут нужно что-то прям делать. Просто ходи туда-обратно. И обсирайся. Обсирайся как только можешь. А еще... Так, подожди, я испугался. А еще, прикинь, я летал на самолете. Никогда не летал. Ну-ка, я буду ходить туда-сюда. Зеркало. Нет. Никогда не летал, а тут полетел. Если ты летал, то ты меня поймешь. Это так необычно. Блин, это как аттракцион, я тебе говорю, это как аттракцион. Вот ты когда пошел на взлет, он так разгоняется, так всаживает. Это как на аттракционах, на каких-нибудь американских горках. Хрена себе. Аж кричать хотелось от радости. Воу! Но так никто почему-то не делал, кроме меня в самолете. Это было очень странно. По мне так, там должны все так делать. А еще когда он поворачивает, так вправо, влево. Ну ничего себе. Что за бред, блядь? Что мне нужно сделать? Помогите. Мы так и будем туда-сюда ходить? Серьезно? В горшке? Может на горшок сходить? Нет. На часах. Да тут ничего не нужно делать. Объясните мне, пожалуйста, что от меня тут хотят. Я уже все везде потыкал. Там так хорошо прошли. То есть, ну, картины я не могу повесить. Мужик с контрабасом так и смотрит на других голых мужиков. Может, тут открыть надо вот эту вот штуку? Нет. Часы выставить я тоже не могу. Я ничего не могу сделать. Что надо? Призраки, соседка, выходи. Выходи, соседка. Я не понимаю.
То есть я нашел ключ от ящика, открыл ящик. А, блять, у меня же фотоаппарат. Ёбаный ты. Как мне его взять-то? Пиздец, я ж фотоаппарат взял. О, жесть. Ой, неправильная фотография, которую нужно встряхнуть. А-а-а, класс, класс, хрена себе, класс. Вот о чем я тебе говорил, вот о чем я тебе говорил. Но не та фотография, да? Не та фотография. Смотри, короче, сейчас быстро. Ну нет, все равно нету фонарика. Как тебе перевернуть, чтобы можно было посмотреть? О, красота, красота. А, подожди. Слушай, ну пойдем, ладно. Нафотографировались. Пойдем теперь туда. А я что-то тупанул. Я думал, взял и все. А нужно было... О, дурная моя голова. Это все потому, что я болею просто. Так-то я умный. А тут, видишь, чуть-чуть прихворал. Слушай, по голосу даже не скажешь. По голосу я прям молодец. И чё? И что? Что теперь будет? Но я не могу ходить. Так. Вот так. Это должно появиться. Сколько я должен вас фотографировать? Ой, блядь, напугало меня. Ну смотри, с фотоаппаратом ходить нельзя. Он останавливается. Ой, блин, класс, сейчас все тут зафотографирую. Чтоб запомнить, что как лежало. Слушай, да походу я не допер, что нужно сделать. Видишь, ничего не меняется. Часы. Но я на них не посвечу. Опа. Которую нужно встряхнуть. Колдует, мразь, колдует. Часы, часы спиздила. Она спиздила часы. Какая-то громкая. Заткнись. Тараканы, тараканы. Вот, они меня приведут к ней. Это ее... Как громко она говорит. Я... Ой, она тут стояла. Оставь меня в покое. Иди нахер из моего дома. Я, блядь, сейчас дверь выбью. Она хлипкая. Заткни ебало свое. Вылези отсюда. Я сейчас полицию вызову. Ах, блядь. Она вот здесь сидит, господа полицейские. Я все покажу нахуй. Все, перестал орать? Там уснула. Открой. Кто стучит? Я вас сейчас всех нахуй выгоню из дома, блядь. Как меня замахали. Ну, тут кто-то. А ну открой. Я знаю, там можно пройти в соседнюю комнату. О, сука. Ну все, теперь идем обратно, да? Кто-то будет нас тут пугать? Никого нет. Радио вообще все перестало, короче, работать. Перестало. Не хочет мне никакую музыку включать. И что вот это было сейчас? Мы путешествуем во времени. Нас кидает из стороны в сторону. И в ванну нельзя зайти. Вот это один раз мы зашли в ванну и все. А, ну теперь тут надо повторить. Тут надо повторить, ага. Ща. Нет. О, получилось. Ага, все, бери. Открыто, заходи. Что это вообще за дверь? А, это входная, подожди, это же входная. Туда нельзя, тут же, оп. Они стучат. Зачем они стучат, я не понимаю. Пока прям, кстати, прям что-то страшного я не заметил. Пока больше пугают эти вот переходы. От камеры. Ага, вот какие-то фотографии. Так, вот этот коридор. А, вот этот, который надо отсюда сфотографировать. И вот это. Ага, я понял.
Пойдем. Все, я сообразил игру. Я взломал. Я тут спец по игре. Как это говорят? Жнец, дудец и что-то там, игрец. Ой, что это такое? А если я не хочу убрать эту дрочь? Так, и вот эту, да? Вот так. Бастард. Я этого не делала, нет, я этого не делала. Нет, нет, нет. Она что, повесилась? Я не пойму. Что произошло? Так, окей, наверное, нам сюда. Я ничего не... Глянь, грязи, сука, нанесли грязи. Ну, для кого коврик стелят? Ну, суки. Вот соседка, мразь, как ее ненавижу. Кто ее сюда пустил? Ходит, поет песни, детей запускает. Закрывается в комнате. Совсем с ума сошла. Ебанутый. Ох ты ж, блядь. Ох ты ж, нихуя. О, блядь, стреляют нахуй. Все, снимаю, снимаю, блядь. Все сниму. Опа. Так, подожди. Даже прицел, понял? Нельзя отключить радио. Ой, блядь. Ой, нахуй. Как ты страшно жужжал. Что ты? Что ты делаешь, он мне вроде говорил. Если я хорошо знаю английский язык, а я его знаю не очень хорошо, но я стараюсь. Ну пойдем отсюда. Кстати, очень долгий мячик. А, мячик. Кто там? Топнул мяч. О, это дети, блядь. Это... Эй, иди ты нахер, я знаю, что там не открывается ничего. Что происходит? Что за звуки? Кто-то орёт. Ну мне сюда. Кто... О, да нам в ванну пошла. Кстати, мурашки пробегают почему-то. Очень неприятно, когда кто-то вот так ломится. В натуре неприятно. Неприятно. Мне максимально неприятно. Опа, открылось. Оу, ебаться. Вот это страхолюдина было. Он еще напевал, он еще, сука, напевал. Ты че, дурной? А, так, мне сломали фотографию. Ага. Ой, это что за мразь был? А, так это вот эта семья. О, боже, как все... Тут стучит. Нет, знаешь, жутковато. Я тебе скажу, что это жутковато. А где фотографировать-то? Вот она. А-а-а. Ключ от двери. Не написано от какой. Ой, возьми. От вот этой? Нет. Может быть... От вот этой? Нет. От этой? Да, от этой. Захожу. Внимание, я захожу. Крест. Я спасен. Бог где-то рядом. Я, если бы я знал, как в фильмах ужасов, вот эти, знаешь, начинают священники читать сразу эти все молитвы. Я их уже, к сожалению, не помню. Да как будто я их учил. О, ага, смотри. Кровать какая. Давай тут хоть осмотримся. А тут ключ сейчас. Узнаем, где ключ. О, вот батончик. Возьми покушай. Ты какой-то весь на взводе. Как присесть? Но тут мы ничего не увидим, если присядем. То в целом бери. На кровать. Фотографировать надо кровать. Сейчас мы увидим, как кого-то тут убили. О, вот она сидит. Ох, блядь, ебать тебя в рот.
Так, ну все, тут делать нечего, пойдем обратно. Не прикольно, конечно, что приходится снимать, вот видишь, по 20 минут, по 30. Я бы и подольше снял. Но, как правило, людям такой длинный контент не очень нравится. Сейчас, чем покороче, тем получше. Но тут, видишь, покороче не получится. Потому что мы еще мячик возьмем, не возьмем и не пнем. Так, тут у нас что-то есть. Ванну подвинули. На ванне я ничего не вижу. И так, мы, получается, расследуем, что произошло с этой семьей. Я понимаю, что сюжет в этом. Почему никто не собирает свои ботиночки? Так, смотри, получается, одни это соседкины, вот эти, видишь, какая форма ноги странная. А вот это пиздюка, видишь, модные какие у него эти. Бутсы. И куда же нам теперь идти? Обратно? А нахера я сделал этот крестовый поход до сюда, я не понял. Что от меня хотите? Мне сюда. Мне сюда. Видишь, видишь, я на жертв веду. Контент, контент важен. Ничто не помешает мне сделать для тебя хорошее видео. А, блядь, нам же сюда нужно просто подойти. Он же тут сидел не просто так. Да нет, слушай. Тут ничего нет. Ну, начинается, блядь. А, вот оно. Хорошо. Мы хотели начать новую жизнь 28 февраля 93 года. Это где? Это кому? А, это в коридоре. А, ответьте кто-нибудь. Сейчас подойду, сейчас подойду. Как далеко? До телефона идти. Что такое? Никого тут нет? А, ты меня к ключу приманил. Ла. Приманил или приманила? Ну что, тут не только, тут ее муж еще. Пиздец, тут вся семья, блядь, пришла. Я вас вообще не звал. Ключ от ящика. Я знаю, какой ящик, смотри. Я прям уже Вот она, стой, блядь. Я сейчас за шкирку, блядь, возьму и выгоню. Ух, блядь, мне мурашки пробегают. Сейчас я тебя... Ой, блядь. Ой, нахуй. О-о-о. Шепчет. Крест висит. Ничего не бойся, крест висит, и это самое главное. Блять, возьми ты ключ. Ключ не берет, сначала фотография, значит. Элис удалось сфотографировать зло, которое преследовало их 4 марта 93 года. Ага. Ключ от двери. От какой-то двери ключ. Вот она сидит. И ну иди сюда, блять, я сейчас выгоню нахуй. Ах ты, сука. Отодвинулась. Здравствуйте, мистер Заяц. Что тут происходит, вы знаете? А, глянь, это что? Срочно, блядь. Забираем себе. Как доказательство всякой хуйни. А, надо было фотографировать, а не идти ее за шкирдак выгонять. Мне ж нужны... Ох, нихера себе. Мне ж нужны доказательства. Мне нужны доказательства, что тут у меня... Соседи, сука, дом заняли. А ты знал, что в Испании? Вроде бы в Испании. Ой, блядь, как страшно. Класс. Вот сейчас было страшно. Класс. Очень мне понравилось. О, опять перевернулись. Теперь он смотрит на эту картину такой. Ну, ебаный рот, картину повалили. Нихера себе. Нате! Опять появилась Нате! Короче, в Италии... Нет, вроде бы в Испании. Если ты позвал к себе гостей, а потом вышел, например, а все, это их дом. Понял? То есть нет никого главного? О!
Нет в доме никого главного. И теперь они там главные. О! Я же говорю, пиздюк, я же говорил, блядь. Привела своих мелких тварей. Теперь ноет. Прикол. Я попробую потом это перемотать обратно. Если получится вставить, то я вот сейчас вставлю. Не получится, ну и хер, значит, с ним. Лянь, живой? А, нет, его... Вон, пиздюк, это не пиздюк, это скаут. Это пиздюк-скаут. Мэри была подавлена 4 марта. Ух, лянь, жуть какая. 93-го. Вот за ней ходит какая-то мразина. Мразина, как в заклятии в первом. Она ее донимала, а потом все-таки завладела ее телом. О, мы опять в прошлом. И почему не переводит? You can get out. Нельзя нам никуда сходить. Блин, я прошу прощения, если будут лаги. Я пытаюсь смотреть за ними. Я не знаю. Ой, там кто-то был. Там кто-то у меня. Вот она, ты мразь. Не вытягивает у меня что-то ноут, вот эту всю лабудистику. Мёрдерер. Убийца. Тараканы. Слушай, ну очень долгий уровень, я тебе скажу, что. Очень долгий. И очень громко она... Вот, видишь, она ёбнулась. А, иди сюда. Всё, ты попалась. Что такое? Я без фонарика. Заткнись. Я тебя ненавижу. Ты охерела? Шарап. Блин, надеюсь, сильно не глючило. Да за... Блядь. Я сам разговариваю. Класс. Я не могу включить фонарик. Но там какая-то жуть стала. Я могу двигаться? Нет? Нет, я пока не могу двигаться. Вот, видишь, она мозги и всякую чушь говорит. Блядь, да когда будет сохранение? Прикол. Блядь, все пропустили. Вот видишь, фонарик отключился и все. И уже все пропущено. Блядь, как я переживаю, что... Опа, кто-то ушел. Остался только пиздюк. Она была подавлена, это я понял. Я стараюсь просто поглядывать на то, как идет запись. Но это не всегда получается. Тут, конечно, делов наворотило. Бабеха. И что? Труп. Труп лежал. Походу, это конец. Нет. Мыло. Тоже красное. Как у них тут все схвачено. Прикинь, мне нужно, наверное, все свечки потушить. Или в туалет сходить. Как вариант. Нет, ага. Заебись. Тушим свечи. Ёб твою мать. Здравствуйте. Блядь. Что вам надо от меня? Отключили мне все. Отключили мне свет. Это все? Это все? Сколько можно? Блять. А, спасибо. Появились какие-то интересные рисунки. Писюн. Уж простите. По-другому я это назвать не могу. Ну ладно.
черешня. Это вилы. Это как его, штатив. Ага, это коса. Это колесо какое-нибудь. Это бритва. Бритва, я тебе говорю, бритва. Бабочка. Тут кто-то любит руки вверх, я смотрю. Галстук. Это меч. Это меч Аладдина. Смотри. Ничего не видно. О, это этот. Канделябр. Ага, прикинь, какие слова знаю. Глаз смотрит вон туда. Это знак? Что-то будет еще интересно. 6. Нате, Ю. Это хрен пойми что. Ну и все, нас заперли. Я все рассмотрел, все ваши рисуночки рассмотрел. Ой-ой-ой. Что произошло? Меня зажало в текстуры, прикинь. Так. Вау. Зал. Хрена себе, он большой. Это что за домина, ты посмотри. Что за домина? И я еще раз повторюсь, надеюсь, сильно глючить не будет. Если сильно глючило, то я уже, к сожалению, ничего сделать не смогу с этим. Просто до этого у меня висла вся игра в записи, когда я включаю телевизор, например. Так. Ну это все ерунда, тут никто не появится. Двинишка, бабишка. Папу, гайчишка, топоришка, столишка, о, фотографишка, 28 февраля 93 года. Слушай, ну просто я, мне нужен стол, нет? Мне его нужно также сфотографировать? Нет? Но тут ничего сделать нельзя. И ничего не открывается. А, вот еще, смотри, есть. А где прицел? Я не вижу. А, все нормально. Все правильно, я смотрю. Он с фонарик светит чуть правее, чем положено. Мне нужно тут что-то найти. Не, ну это ерунда какая-то. Я тут устану искать. Тут? А, кассета. Мне нужна кассета. А я еще тут не посмотрел. Слышишь, на диване. Escape. Выход вроде, да, это escape. О, вот она фотография, нашел. А, так, бабишка. Есть? Нет? Ничего нет. Нет? Нет. Как бы так тебя сфотографировать? Ой! Платье подвенечное. А, это мужик. Так. Ищем еще фотографии, я так понимаю, да? Ищем. Еще фотографии. Вот они, походу. Нет. У меня теперь откроется дверь. Я знаю, что там хранят алкашку. Вот здесь вот в таких... как глобусах. Хранят алкашку. Так, ну давай. Идем фотографировать. И мне дадут кассету. И на этом будет все, смотри. Ага, сидит. Что за свечено? Очень плохая вспышка. Слушай, ну это пока не пугает. Вот она кассета, я же сказал. Я умный. 10 июня 87 года. Бери. О, началось. Они где-то тут. Бля, пиздюки, их там два, я же говорю, их несколько. Вылазьте оттуда. Ну типа все, хватит, попели и хорош, да?
Ну сюда давай вставляй. Лук. Говорят, здесь что-то про лук. Как его 10 июня 87 года нарезали. Все начинается с осмотрения. Да. Начинается смотрение. Вот на этом мы и закончим с тобой этот ролик. Видишь? Ничего не говори, ничего не говори. Я прощаюсь, не мешай. Мы с тобой продолжим ходить по этим необычным страшным местам. Был страшный момент, это было классно. Это не конец, будет еще интересней. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Всего!